Сергей Жвачкин попросил глав восточных районов Томской области изучить возможность расширения списка населенных пунктов, включенных в программу газификации. В частности, речь шла о Малиновском и Октябрьском сельских поселениях. Губернатор сегодня посетил строительные площадки новой ветки газопровода. Старт газификации Востока Томской области был дан осенью 2017 года. И уже к осени года нынешнего основная часть работ на Айсновском направлении должна быть завершена. Строительство восточного газопровода к городу Асино сейчас идет полным ходом. Подрядчики уже прошли все самые сложные, так называемые, болотистые участки. Теперь возле села Ольговка монтируют линейную часть объекта. На сегодняшний день проводится работа укладки газопровода, обратная засыпка газопровода. Работы ведут два года. В 2017-м глава региона договорился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером о газификации восточных районов Томской области. Тогда же, в сентябре, они приняли участие в сварке первого стыка нового газопровода. Масштаб этого проекта переоценить трудно. Газоснабжение восточных районов Томской области позволит охватить населенные пункты в Асиновском, Зырянском, Первомайском и Томском районах. Природный газ получит более 12 тысяч семей, а еще 180 предприятий, в том числе социальные учреждения. По плану строительства главной ветки газопровода планируют завершить уже в августе. Глава региона поручил особое внимание обратить на график синхронизации. Это нужно для того, чтобы к моменту запуска объекта не сжигать впустую топливо, а направлять его конечным потребителям. А еще не забывать про население. У нас, как и раньше, работает программа помощи людям по подключению, потому что подключение это от 100 до 150 тысяч, и поэтому мы львиную долю до 100 тысяч мы берем на себя. Во время совещания глава региона ставит еще одну задачу – проработать с местными жителями вопросы своевременной оплаты за газ. Ведь если в области будут расти долги, «Газпрому» станет невыгодно инвестировать в строительство подобных объектов на территории нашего региона. Невыгодно это будет и самой Томской области. После перезапуска региональной программы в 2012 году уровень газификации области вырос вдвое. Уже запустили 750 километров газопроводов. К ним подключено 14 тысяч семей. Это за 5 лет, а за ближайшие 2 года к новому восточному газопроводу планируют подключить 12 тысяч человек. Артем Бяков, Евгений Лосинок, Вести Томск.